Все с бывшими министрами обороны Армении Сераном Оганяном, Давидом Тунаяном, Микаэлем Арутюняном и Ашаком Карапетяном уголовное дело, открытое против Евгена Саркисяна, который проработал на должности главы оборонного ведомства всего лишь 2 года. Экс-министра разыскивают по линии Интерпола, так как его нет в стране. Армянские СМИ сообщают, что в настоящее время он находится в Лос-Анджелесе. Евген Саркисян подозревается о превышении должностных полномочий и коррупции. Также задержан бывший командир 3-го армейского корпуса генерал-майор Григорий Хачатуров. Следственное управление службы национальной безопасности Армении будет ходатайствовать об аресте бывшего военнослужащего высокого ранга. Тем временем продолжают поступать вести о случаях гибели военнослужащих в армии в небоевых условиях. Так, на территории села Ханазах Кыргызского района Зангезурского региона, где дислоцирован 1-й армейский корпус вооруженных сил Армении, привозивший военный автомобиль марки УАЗ, скатился во враг. В результате аварии погибли 2 контрактников, а 3 других в тяжелом состоянии помещены в больницу. В Венской воинской части этого же армейского корпуса погиб военнослужащий срочной службы Айк Петросян, призванный на службу 1,5 года назад. Тело солдата, погибшего от выстрела в голову, нашли в 300 метрах от места службы. Министерство обороны Армении подтвердило все 3 факта смерти, но отказалось от комментариев. Айдын Арасдаян Легюнайбин Ядзадек, Синя Анисимова, новости Астана.